Номер один. Четвертаков Андрей. Десна. Номер два. Стахеев Алексей. МФСО. Номер три. Колесов Даниил. ЦСКА. Номер четыре. Соловьев Никита. Юность. Номер пять. Даниленко Андрей. Архангельск. Номер шесть. Зиновьев Илья. МКФСО. Номер семь. Карибанов Никита. Подольск. Номер восемь. Устинюк Александр. МКФСО. Номер девять. Крещен Сергей. Архангельск. Представляем судейскую тройку. Центральный рефери. Каракчеев Джумбин. Боковые рефери. Федулеев Игорь Михайлович и Волков Алексей Владимирович. Судьи и участники представлены. Просьба увести участников на разминку. Подъем неудачно. У спортсмена есть еще две попытки. И он же вызывается на помост. Стахеев Алексей. Второй подход. 2 минуты на подготовку. Вес засчитан. Установите 30 килограмм. Это заявка Стахеева Алексея к третьему подходу. Вес установлен. Стахеев Алексей, третий, заключительный подход. 2 минуты на подготовку. К весу 33 килограмма готовится Соловьев Никита. Стахеев Алексей, третий подход. Подъем неудачный. Закончил рывок с результатом 25 килограмм. Ассистент, установите 33. К весу 35 килограмм готовится Колесов Даниил. Подъем неудачный, у спортсмена есть еще 2 попытки, и он же вызывается на помост. Соловьев Никита, второй подход, 2 минуты на подготовку. Спортсмен справляется с весом. Вес установлен. Колесов Даниил, первый подход. К весу 38 килограмм готовится Соловьев Никита. Вес засчитан. Ассистент, установите 38. Вес установлен. Соловьев Никита, третий заключительный подход. К сожалению, подход неудачный. Закончил рывок с результатом 33 килограмма. Ассистент, установите 40. Первый к этому весу будет вызван Четвертаков Андрей. Вес установлен. Четвертаков Андрей. Первый подход. Готовится Колесов Даниил. Thank you.
удачный. У спортсмена есть еще две попытки. А на помост вызывается Колесов Даниил, второй подход. Готовится Четвертаков Андрей. Четвертаков Андрей, второй подход. Вес засчитан. Ассистент установитель 41. Вес установлен. Колесов Даниил, третий заключительный подход. К весу 42 килограмма готовится Клещин Сергей. Вес засчитан. Спортсмены, сопровождайте штангу руками. Установите 42 килограмма. Вес установлен. Клещин Сергей, первый подход. Вес засчитан. Ассистент, установите 43 килограмма. Судья, нажмите еще оценку. Спасибо. Вес установлен. Клещин Сергей, второй подход. Готовится Четвертаков Андрей. Поступила перезаявка. На помост вызывается Четвертаков Андрей, третий заключительный подход. К весу 44 килограмма готовится Клещин Сергей. Подъем неудачный, закончил рывок с результатом 40 килограмм. Установите 44. Вес установлен, Клещин Сергей, второй подход. К весу 50 килограмм готовится Стилюк Александр. Подъем неудачный, но у спортсмена есть еще одна попытка. И он же вызывается на помост. Клещин Сергей, третий заключительный подход. К весу 48 килограмм готовится Стилюк Александр. Подход неудачный, закончил рывок с результатом 42 килограмма. Ассистенты, установите 48. Вес установлен. Стилюк Александр, первый подход. Готовится Зиновьев Илья. Вес засчитан. Ассистент, установите 50 килограмм. Это заявка
Александра Стенюка ко второму подходу. Стенюк Александр, второй подход. Готовится Зиновьев Илья. Защита. Ассистент, установите 52 килограмма. Стенюк Александр, третий подход. Подъем неудачный. Ассистент, остановите 65. Стенюк Александр закончил рывок с результатом 50 килограмм. Вес засчитан. Ассистент, остановите 70 килограмм. Вес засчитан. Зиновьев Илья, второй подход. Без защиты. Спасибо вам. Ассистент, установите 72 килограмма. Вес засчитан. Автоматическая надбавка. Установите 73 килограмма. Поступила перезаявка. Ассистент, установите 75 килограмм. Первый к этому весу будет вызван Даниленко Андрей. Вес засчитан. Зиновьев Илья, третий заключительный подход.
Подъем неудачный, закончил рывок с результатом 70 килограмм. Установите 76. Защита. У спортсмена есть еще один подход. А на помост вызывается Даниленко Андрей. Третий заключительный подход. Готовится Карипанов Никита. Вес не засчитан. Закончил рывок с результатом 70 килограмм. Поправка, извините. Панов Никита. Третий заключительный подход. Вес засчитан, закончил рывок с результатом 76 килограмм. Объявляется перерыв 10 минут.